Всем привет! Сегодня создадим свою библиотеку, в которой будем хранить разные блоки, которыми вы будете пользоваться. Ну, своими блоками, которые создали, либо чьими-то другими блоками, ну, созданными другими людьми. Чтобы не лазить по всем проектам, не собирать их, ну, с каждого проекта, там, где можно их сложить все в одно место. Для этого мы создаем новый, пишем My. Libraries. Выбираем library и выбираем путь. Путь любой, на можно там не обязательно на диске C. Ваше пользовательское место. Нажимаем ОК. Ну, создалась библиотека. Нажимаем правое, добавляем объект. S7 программ. Теперь, допустим, возьмем Windows. Распределим и можем вот открывать объект в одной стороне, объект в другой стороне вашу библиотеку, и необходимые, допустим, зажимаем Ctrl, выделяем нужный нам, допустим, систем, который мы делали, датаблок к нему, и просто копируем. Также мы самое мы можем, допустим, открыть библиотеку, допустим, стандартная, T7 конвертер, блоки. Ну, допустим, чтобы шкалу не искать, можно также само ее скопировать в свою пользовательскую библиотеку. Скала и N-скала. Все, теперь сохранили блоки, которые вы хотели, закрыли. Библиотеку тоже закрыли. Допустим, открываем редактор. Запустили редактор, ну, допустим, добавили network. И вот у нас есть, у наших вот появилась библиотека, и в стандартных библиотеках появилась My Libraries. Открываем S7 программ. И все блоки, которые мы вставили, они находятся здесь. Можем вот при желании ставить, допустим, аварийный бит там. Но здесь он пишет, что он уже есть. Можно будет его переименовать. Ну, угу. Либо вставить вот скала, либо анскала.